Что посмотреть в Ростове-на-Дону за один день? В знойную жару можно отдохнуть на пляже левого берега Дона или освежиться на комплексе парамоновских складов. А когда жара чуть спадет, отправляйтесь погулять по благоустроенным паркам Революции и Максима Горького. Также стоит пройтись по пешеходной Пушкинской улице и насладиться архитектурными сооружениями, такими как особняк Парамонова, Донская государственная библиотека, Благовещенский греческий храм и другие. Сходить к кафедральному собору и приятно провести время на красивейшем соборном переулке. Во многих подземных переходах можно наблюдать вот такие замечательные изображения. Вот и все локации, которые мы успели посетить за один день. А что бы вы посоветовали посмотреть? Пишите в комментариях.